Казанском государственном энергетическом университете прошла Всероссийская олимпиада студентов по теоретической механике. Для участия в Казань приехали представители 34 технических вузов с разных городов России. Сегодня в Казань приехало рекордное количество вузов и участников, и мы этому рады. Мы, как организаторы, как принимающая сторона, приложим максимум усилий, чтобы олимпиада прошла в комфортных условиях, чтобы и студенты, и руководители, и, собственно говоря, условия для проведения олимпиады были хорошие. Чтобы совместить приятное с полезным, 117 студентам и преподавателям после решения задач провели экскурсию по Казани и лабораториям КГУ. Проводили все, показали экскурсии. Это все организация на очень высоком уровне. И вот считаю, что Казань самое лучшее для этого место. Ну, я вот второй год в Казань на олимпиаду приехал, в том году тоже был. Вот, так что город мне очень понравился. Вот. В олимпиаде приняли участие не только студенты классических технических вузов, но и все желающие попробовать свои силы в знании теоретической механики. Дело в том, что у нас вуз технический, да, но пилоты – это больше операторы своей работы. Вот, мы не изобретатели, да, не как таковые инженерами, не являемся как таковыми инженерами. Вот, и, если честно, это просто хороший опыт соревновательный. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Универньюз.